имеется в аудитории у меня еще одна идея. Сейчас. По второму кругу мы пока не пойдем, ребят. Есть по первому кругу идеи какие-то? Так. Окей, отлично. Давай со второй. Так, сейчас я разберу. Просто у моей подруги возникла еще одна идея, сразу скажу, что я надеюсь, что вы не тот ее реализовать сейчас не будете, а присоединитесь к нашим смарт-контрактам. В общем, идея заключается в том, чтобы блокчейн, верификация избирателей на выборах. Потому что если это просто верификация с помощью машинного лернинга, опознавания личности, то можно там с помощью какой-нибудь атаки это прервать, короче говоря, и сфальсифицировать. А если блокчейн, верификация избирателей на выборах, то, мне кажется, эта идея зайдет. И в Европе это много где уже реализуется. Вот, собственно, я повторюсь, надеюсь, никто это сейчас реализовать не будет, а присоединиться к нам. Аплодисменты.